100 раз начала снимать видео. То у меня это упадет, то другое, то пятое, десятое. Короче, доброе утро, друзья. Сегодня у меня Пушкин, детишки, Смечникова. Наверное, Екатерининский дворец. Короче, увидимся. Ой, друзья, чем ты раньше встанешь, тебе тем больше времени не хватит. Какой-то кошмар. Ну ладно, в душ я сходила. Ну, елки-палки, у меня все из рук валилось. Кошмар. И мне машина дорогу перегородила. Когда торопишься, это труба. Так, сегодня пятница, и надо все успеть. Какой красивый автобус стоит. Но тут вообще великан. Даже не знаю. Я б не смогла, тем более трехосник. Каюсь, не смогла бы. Так, а где мой автобус? Киса, 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 кушать будем, маленькая моя, хорошая моя. Кушать будешь, маленькая ты моя, солнышко ты мое, солнышко. Ты давно, наша кошечка, давно. Давно. Я вижу, ты толстенькая, хорошая кошка. Ладно, ладно, уговорила. Подожди, может, еще есть не будешь. А, ешь? О! Ну, кушай, кушай тогда, кушай. Пушкине. Как хорошо. Ни разу я не была. Пришлось еще раз возвращаться, потому что учитель забыла списки детей у меня в автобусе. Я скаталась, вернулась, отдала и снова на это же место парканулась. Нашла бесплатную парковку. Я взяла сосиски с собой. Спасение мое. Хлеба, конечно, у меня как всегда много. Да, с утра гид перепутала. Должна была с нами гид поехать. Она мне звонит и говорит: а я во Всеволожске не могу найти Мечникова переулок. Я говорю: нет, это в Санкт-Петербурге. Итак, я в Пушкине. Парканулась на Оранжерейной улице. И пошла я искать туалет. Потому что это самое необходимое. Нашла я какой-то мегабургер. Надо попробовать зайти. О! Ну, я не голодная, конечно. Здрасте. Кто голодный, мне смотреть. Не зря зашла. Кафешка. Да, есть все, что мне надо. Ну что, самое большое желание мое исполнилось. Пошли дальше. С Оранжерейной я свернула на Малую улицу. Кругом туристические автобусы ездят. Может, кто-то в Пушкине жил когда-то. Ой, 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 а это что у нас? Мой автобус стоит. Круг почета я сделала один.
сейчас денежку возьму и пойду еще круг почета сделаю. Ну что, денежку взяла, хлеб взяла. Пошла дальше. Когда я еще птичек покормлю в Пушкине. Да, проведите экскурсию. Это Певческая башня. Вот видите. В этой башне ресторан, представляете? Мужчины решили мне интервью дать. А вот это что за здание? Это олигарх живет. Обычный олигарх. Это надо быть помешанному на котах. Давай. Расскажите же мне, пожалуйста, про кошек. Это котики, это сам белый от автора. Бежевые цвета считаются деньгам. Серый и белый – благополучие, здоровье. Рыжие цвета к любви, черный – охрана. Это девочка. Рыжие к любви. Да. Поняли вы, я поэтому рыжая. Вот ваша полочка, девушка. Вот так сидит ваш муж. Бежевый цвет считается деньгам. Он зарабатывает денег. Хотите рядом, вы жена. Благополучие, здоровье. Муж зарабатывает, жена тратит. Если после 9 вечера мужа своего, мальчика, за хвост погладите, мечта ваша девушка исполнится. Я вам дам неглаженного мальчика, хотите неглаженную девочку. Мы идем дальше. На мастера посмотрели, послушали про котов. И дошли мы до Екатерининского дворца. Представляете, 22 сентября, все цветет, все красиво. Даже не хочется прощаться с летом. Все-таки воздух такой чистый, и все-таки осень – это золотая пора. Давайте все-таки зайдем в парк. Друзья мои, привет, друзья! Боже мой, как сделано все красиво!
Итак, друзья мои, это у меня первый класс, да? Да. Вы первый класс? Конечно. 11А. 11. Ой, блин, с вами пошутить нельзя никак. Короче, я как помню, вы 6 класс. А какая у вас школа? 650 какая? 653 школа. Вам экскурсия понравилась? Да! Поедем обратно с удовольствием? Да! Ну и отлично! Еще раз. Кто бы посоветовал скататься в Пушкин? Поднимите руки, не вижу, не вижу. Так, времени без 5:03. Мне через полчаса выскакивать, ехать развозки вести вечерние. Короче, надо что-то съесть за полчаса дома. Надеюсь, муж что-нибудь приготовил, он сегодня выходной. Я до конца не верила, что черная жемчужина превратится в красную. Вы посмотрите. Это действительно так. Вот сейчас они созрели. Осень листья разбросала письмами к ногам, а в письме всего 3 слова: счастья, люди, вам. Осталось мне развозки сделать, на смазку машину угнать и все дела. Сегодня пятница. Сегодня пятница. Сегодня такое настроение, я так устала, что хочется, как осиновый листочек, взять и оторваться. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами Халтурина.